Весенние полевые работы в хозяйствах Сиверского района идут полным ходом. С аграриями пообщался глава муниципалитета Андрей Дорошевский. Яровые культуры сеют в ООО «Агрофирма Кубань». Сельхозугодья общей площадью более 11 тысяч гектаров расположены во Львовском и Михайловском поселениях. Это единственное предприятие района, которое выращивает рис. Посеяли уже 1300 гектаров из 2800 запланированных. ООО «Агросистема» занимает без малого 1500 гектаров, расположена на землях Ильского городского поселения. Сейчас здесь производят уходные работы на посевах пропашно-технических культур. В этом году аграрии планируют собрать хороший урожай и надеяться на благоприятную погоду.